благодарны публике. Вот прямо здесь вы станете, думала, как-то там по углам где-то там разбежитесь. Вас, наверное, Алиса очень зарядил, да? Все люди, которые сегодня здесь выступают, все люди, которые участвуют в нашей презентации, это на самом деле замечательные люди. Давайте для начала поаплодируем нашему сногсшибательному, обаятельному, я считаю, одному из самых лучших ведущих в Беларуси, Дмитрий Губич. Спасибо, это лишнее. Я все-таки не вам, то не Алла Пугачева. Ты знаешь, я считаю, что лучшего ведущего на моей презентации просто было не найти. И еще очень хочется отметить диджей Делюкс, да, диджей. Этот человек, вот на самом деле, он не просто здесь стоит сегодня, да? У нас еще была предварительная работа. Одну из них вы уже видели, да, танец, вот трек, который мы вместе записывали. Будет еще один мега-сюрприз, тоже от диджея Делюкса, немножко там еще я поучаствовала. Ребята, все те, кто сегодня пришел, еще раз большое спасибо. Все те, кто поддерживает меня здесь на сцене, тоже большое спасибо. Я не буду никого перечислять, вы так все знаете. Лично каждого обниму, поблагодарю, если успею, и Губич не выгонит меня отсюда вообще.